сейчас по воздуху перебрасывается личный состав и бронетехника для того, чтобы усилить группировку российских войск в Харьковской области. У нас гидростанция и атомная станция, они боятся. Ну да, боятся. Вы с ними заодно просто, вот и все. Не, они уйдут, все, Зеленского выгонят, уйдут, нет проблем. Смирнее стали, много полегло людей в Киеве. Но если Путин кончит, то потом националисты нас кончат, блядь. Искандер М упал на территорию завода. Мы без всякой злобы к этому относимся. Абсолютно. Да. Мы все с пониманием. А, хорошо. Запчасти. Мы готовы вам отправить. Только подумай через Хорватию или где там у вас был, Черногория, у вас где-то были хорошие концы. Значит, у нас есть Хорватия, Казахстан и даже, может быть, Киргизия. Мы сейчас посчитаем, на какую сумму мы можем, а вы определитесь, как через кого. Петр Данилович, ну скажи мне, сколько ты еще примешь 136-х? Я говорю с другого телефона, ты понял меня. У нас с вами еще контракт есть на 4 и плюс еще на 2, всего 6. Ты знаешь, я кое-куда там к вам отправляю десятками. И все у нас идет, все нормально. Хорошо. Петр Данилович, вчера был у вашего нового шефа. Да, я слышал это. Я поднял в очередной раз вопрос. Он согласен и на 28-ку вашу, на 24-ку ставить новые двигатели 5-го поколения. Готов, так как мы провели испытания все в России. Ну, это... Он даже сказал, как мы будем поставлять ему. Это тоже вопрос мы обсуждали. Просит на ваши 35-е, блядь, ну везде, поставьте мотор новый. Он мне говорит, помоги мне побольше моторов дай, дай побольше, потому что не успеваем, блядь, вот там. У него, в общем, какие-то планы грандиозные. Мы договорились, да. Как все это... осуществлять. Хорошо. Обнимаю, дорогой. Да, обнимаю. Слушай, ну я звоню тебе с другого телефона. Значит, я там кое у кого у вас был после выставки, наверху там. Да, в Москве, да. В Москве. Так, ну там знают о предполагаемом большом контракте в твоем. По Д-136 знают. И я боюсь, чтобы они не предложили свои услуги. Поэтому я тебя хочу быстренько, чтобы ты подумал, и как можно быстрее мы заключили бы с собой контракт большой. Я хотел вас спросить, а если из России напрямую к вам перечислять, вас это не смущает? Я спрошу сейчас своих. С вами контракт? Согласован до самого верха. Я знаю. В Москве приняли закон, запрещающий передавать сведения в средства массовой информации, связанные с госзаказом. Запрещено. Я лично добивался в Москве лет 5. Ну что же вы делаете, блядь? Мы поставили двигатели Д-136. Вдруг в прессе Западный округ Сибирского военного округа поступили вертолеты Ми-26.
Блядь. Было так. Какие двигатели ты хочешь купить? Ну, ТВ-3. Пожалуйста, сколько тебе надо? Мы продадим, завезем тебе. Мне надо самое 10, но мне надо быстро. Но у меня они есть, пожалуйста. О, да мы тебе дадим 14 штук. Вот. Это госзаказ, 58 миллионов рублей стоит. Больше я этого не могу их купить. А, самокат. Ну подожди. Ну я буду снижаться. Я же хочу, чтобы там и тебе выкроили.